Окей, ребята, привет! Я Дима, мы возвращаемся в Assassin's Creed Syndicate, и сейчас будем проходить дополнительные задания из DLC «Последний Махараджа». Несмотря на то, что это DLC тоже является сюжетным, как и предыдущее, оно, в отличие от Джека Потрошителя, добавляет вот такие вот задания для какого-то человека, как, например, задание из оригинальной игры для королевы Виктории, воспоминания королевы Виктории. То есть, ну, или вот еще вот есть задание сторонников Клару Ди, воспоминания Карла Маркса. Ну, в общем, вы понимаете, да, это не полноценные DLC, которые прям вот вносят огромный кусок, как Джек Потрошитель. Нет, это просто воспоминания одного персонажа, и персонаж этот у нас Далип Синг. Вот его воспоминания. Первое, хороший выстрел, находится в Вестминстере на самом западном краюшке этого района. Мы готовы приступать. Хороший выстрел. Далип Синг, рекомендуемый уровень 3. Ну давай. Генри Грин попросил Джейкоба и Иви встретиться с ним на приеме в садах Букингемского дворца. На приеме ассасины стали свидетелями разговора, в котором Генри упрекал Далипа Сингха. Что за... За что это я пожалею? Вот дай мне стать инкогнито. Что это вообще было? Я должен жалеть о чем-то? Я вообще-то задание хотел выполнить, дурачило. И чё меня бесишь, я не понимаю. Давай задание. На приеме ассасина стали свидетелями разговора, в котором Генри упрекал Далипа Сингха в отсутствии преданности народу Индии. Погнали. Погнали. Пройдем. Пройдем эти воспоминания. Ну и если вам понравится такой вариант, то остальные воспоминания, думаю, можно будет тоже сериями пройти. Хотя я хотел на стримах. Ну, в общем, посмотрим. Пока что последний Махараджа. Вот что мы проходим. Вы не смогли решить проблемы Индии через парламент. Этого мало. Я не собираюсь рисковать расположением королевы ради вашего крестового похода. Как же так? Вы часть Индии. Не надо играть благородного иностранца. Я не намерен больше выслушивать эту чушь. Видела бы вас мать. Последний Махараджа Панджаба блаженствует в золотой клетке. Как вы смеете? Я всегда говорил, вспомнить мать собеседника – отличная идея. Не поможет своему народу, будет жалеть вечно. Мы можем помочь. Может, вы поговорите с ним? Хорошо, Генри. Костюмчик у Иви, что надо, мне кажется, да? Прям подстать для Генри Грина. Найдите Далипа. Так, до этого мы включим орлиное зрение. И, конечно же, прежде чем мы отправимся к последнему Махараджу, Далипу Синку, мы с вами откроем вот этот вот ящичек. Как же без него-то, а? Никак. Реактивы, металл. Все это очень важно и нужно для меня. Я не понимаю, а где Далип? А во, все, я вижу Далипа. Че это он сидит один тут? Че это он один тут? Но к вам гости. Я полагаю, вас прислал мистер Грин. Упомянуть в беседе вашу мать... Это бестактность. Он был неправ. Мы хотим исправить ситуацию. Ну что же, тогда давайте постреляем. Все эти люди совершенно не умеют развлекаться. Мне так скучно. Постреляем? Синг, а вы совсем не изменились. Элсворт? Боже мой, как я рад вас видеть. Родина была добра к вам. Джейкоб и Иви Фрай, это Бринли Элсворт, друг из прошлой жизни. Вижу, у вас новые друзья. Что привело вас в эту часть империи? К сожалению, дела компании. Но я не мог упустить возможность еще раз увидеть вас. Столько времени прошло.
Я слышал, по части приемов моему дражайшему другу нет равных. И теперь мечтаю проверить, насколько правдивы эти слухи. Ну, давайте постреляем, я не против. Томас, мой слуга, будет вести счет. Хорошо, Томас, только не ошибись, ладно? Наберите как можно больше очков, стреляя по бутылкам. Каждая бутылка – одно очко. У вас есть 30 секунд. Удачи. Именно по бутылкам. Именно время по бутылкам. Пошло. Так, тихо. Раз. Два. Дальше. Терри. Четыре. Пять. Там в конце есть еще одна бутылка, по которой я промазал. Все, кроме дальней. Все, кроме дальней. Это слишком просто. Дайте нам меньше времени. Начинаем второй раунд. Постарайтесь повторить все то же, уложившись в 20 секунд. Ты что, с ума сошел? Начинаем! Ты с ума сошел, Томас. Я так полагаю, что можно стрелять каждый раз, когда он до красного. Красный светится, точнее. 9 очков, есть! Я не могу сбить только дальнюю бутылку. Итак, я помню вас с рогаткой. Посмотрим, как вы умеете обращаться с ружьем. Позвольте. Ну, давай. Долип. Прикольно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет. Сэр, похоже, был второй выстрел. Он прав. Скорее всего, второй выстрел. Да, я слышал его. Попробую разобраться. Уверен, ничего серьезного. Забудьте. Да нет уж. Найдено улик 01 встречи на подозреваемых. Так. Ого. Допросить. Думаете, дело серьезное? Скорее всего, это было эхо, не волнуйтесь. Думаешь? Думаете, дело серьезное? Так, а что вы скажете? Я этим давно занимаюсь и знаю разницу между одним выстрелом и двумя. Их определенно было два. Да, я согласен. Хорошо. А ты что скажешь? Второй выстрел? Я ничего не слышал. Тут никого не было. Зачем приносить оружие на прием? Ой-ой-ой-ой-ой, Бринли. Ой, как ты мне сейчас уже вот резко стал не нравиться. Ну-ка, пойдем посмотрим. Определенно выстрела было два. Ну, глянем. Смотри, улика тут. Нет? Нет, твою налево. Здесь есть письмо, может быть, его попробуем взять. Что это такое вообще? Королевская переписка. Добро. Это не то, что мне нужно было. Найдено улик. Как же мне найти-то улики? А, вот он выстрел, смотри. Вот он еще один выстрел, да? Отсюда. Кто-то пытался убить Далипа. Пистолет, ствол еще горячий. Улика добавлена в журнал. Ну-ка, пойдем поговорим теперь с ними. А, не? Нет, смотри. Есть еще одно место у стойки. Нужно продолжать расследование. Так, подождите, подождите. Вот они, эти следы. Ага, тут непонятно, куда кто пошел. Следы стрелка, вправо или влево. Вы кто такой? А, он, возможно, стрелок, надо иметь это в виду. О чем это вы? В этих садах оружие запрещено.
Сомневаюсь, что это он на самом деле. Да. Так. И вот еще один подозреваемый, аристократка. Передо мной стоял человек с оружием. Я решила, так и задумано. Сами знаете, королевские особы все с причудами. И куда он отправился? Почему ты не сказала, куда он отправился? А почему ты не сказал про человека с оружием? От этого принца много проблем. Лучше бы ему замолчать. А ты собака, а? Ты тоже замолчал. Ты чё, обнаглел, парень? Нужно догнать его. Нужно догнать стрелка. Все, я вижу его. Почему бы не поговорить? Точнее, убить его. Убить? Серьезно? Ну ладно. Игра действительно понимает меня. Понимает то, что я хочу сделать. Эмблема Остинской компании. В кармане лежит кольцо тамплиеров. Что они задумали? Я не знаю. Я не знаю, что они задумали. Давай поговорим с Далипом. Вы еще тут? Второй выстрел. Это пустяки, мисс Фрай. Мне нужно вернуться к гостям. Да. Это не пустяки. Прошу, расскажите о своей жизни тут. Сколько времени прошло? Конечно. Я прошу прощения. Почему ты не скажешь? Чё за бред? Почему? Ладно, пойдем поговорим с Генри. Генри это заинтересует. Да, должно. Все-таки он попал по 10 мишеням, а я по 9. Генри. Как успехи? У нас проблема. Кто-то еще ищет Сингха. Что, Остинская компания опять взяла за свое? Очень вряд ли. Хуже. Они действуют не одни, и Сингх не хочет иметь с ними дела. Тамплиер? Не может быть. Надо убедить его действовать быстро, иначе все станет только хуже. Встретимся в моей лавке. У меня есть кое-что полезное. Ну что ж, ладно. Я так понял, на этом эта миссия заканчивается. Наберите максимум очков испытания. И чё, это типа я выполнил испытание, но я набрал не максимум очков. 18 из 20. Ну, а воспоминания довольно прикольные, мне понравилось. Оно действительно интересное. Так, ну что, хорошо. Теперь нужно отправиться к Генри, в его лавку. Ищем на карте S, и вот она, собственно, воспоминания Далипа Сингха, видите? Как я и говорил. Информация перехвачена. Ну что, прыгаем тогда сюда, в точку обзора. Быстрое перемещение, да? И потом Генри Грину в лавку. Мы еще не выполняли воспоминания Генри Грина. Да многие чьи воспоминания мы еще не выполняли, ребят, с вами. Потому что я все время это хотел оставить на стримы, и что-то как-то то стримы приехали на Twitch, то я ждал, пока качество дадут, то я решил стримить доп. Задание, но в конечном счете мы собрали вот этот костюм для Иви вместо доп. Заданий. Так что что-то как-то да. При прокладке железных дорог переселялись 1000 простых граждан. К примеру, во время постройки вокзала Виктория было снесено 200 домов, находившихся Все ради прогресса. Знаете такую поговорочку. 1558 год. Ассасины помогают зайти на трон королеве Елизавете I. Когда-нибудь мы и про это узнаем, да? Наверное, да. Что, быстрое перемещение завершено. У нас тут что это такое? Ужасные преступления. Раскрыть убийство. Что может быть проще? Накидка, деревенский плащ. Забавно. Но нет, я хочу продолжить воспоминания. Так что вы уж простите. Со своими этими преступлениями. 170 метров.
Что? 170 метров. Пробежать, и мы будем у Генри в лавке. Здесь можно даже не прыгать на крышу. По идее. Я справлюсь и так. Ну, вроде по радару видно, что действительно проход есть. Да, есть. Я был прав. Вуаля. Информация перехвачена. Чтобы убедить Далипа в том, насколько он важен для будущего Индии, Генри попросил ассасинов доказать, что кто-то перехватывает письма Далипа, и Ви и Джейкоб должны найти украденные письма и вернуть их Махараджи. Ну давай. Классно, что мне не надо отвлекаться вообще ни на что, кроме игры, потому что у меня все прокачано. Все куплено вообще, так что... Отлично, вы здесь. Играем. Доставьте экипаж к месту засады, да? Ну ладно. Давай, Генри, садись. Чего стоишь? Сиси мнешь. У его высочества не первый раз проблемы с Остинской компанией. Пару лет назад они удерживали его мать и перехватывали все его письма. Похоже, ситуация повторяется. Его письма снова не доходят до адресата. У меня есть расписание почтового курьера. Есть два отдельных маршрута. Первый – почтовый экипаж. Второй – поезд. Если устроить засаду, можно перехватить письма. Возможно, тогда он передумает. Начнем с экипажа. Заблокируем дорогу. Я нанял двух бандосов. Для них действительно есть дело. Мне нужно здесь заблокировать дорогу. Тихо, тихо. Установите экипаж в нужном месте и спускайтесь. Почтовый экипаж вот-вот появится. Завербуйте грачей на улицу. Ну я вот, завербовал же, ну. Грачи! Я же подумал об этом заранее, блин. Сорок секунд осталось. Я же подумал об этом заранее. Чтоб вас. Они дерутся на той стороне, что ли? Динамит установлен рядом с местом засады. Мне нужны грачи еще. Вот они. У нас есть работа. Дай да за мной. Почему не засчиталось? Я завербовал. Я завербовал. Чё за бред, Генри? Они едут в нашу сторону. Останьтесь тут. Понятно. Я понял. Ясно. Я завербовал четверых, надо было в радиусе завербовать, похоже, да? Найдите письма Далипа. Ого! Ого, разворачивается! Генри, что с тобой? Генри чуть не помер, между прочим. А все мои игроки сдохли. Джейкоб, можешь рассчитывать на меня. Какой я тебе Джейкоб, придурок? Ты что, женщину от мужчины отличить не можешь? Джейкоб? То, что нужно, Генри. Повторим. Отлично. То же самое с поездом. Я вернусь в лавку и приглашу мистера Сингха на чашечку чая. Добро. Покиньте область засады.
Но я на нашей телеге, повторю. Держитесь рядом с Элли. Что? Давай быстрее. Не-не-не-не-не-не-не-не, это я зря. Генри, залази. Генри. Молодец. Генри, не залази. А, теперь плевать на Генри, да? Да, видите, он отправился куда-то на запад. Ладно. Мне нужно добраться до места засады самостоятельно. Странно это было, ребят, странно. Ладно, по крайней мере, можно ускориться, чтобы быстренько добраться до нужного места. А с грачами я так и не понял темы. Вот так вот. Нанял гораздо больше, чем нужно. Почему ограничения поставили на территорию? То есть, почему я должен именно на территории нанимать, не знаю. И почему не засчитались те грачи, которые я нанимал до засады. Ведь я продумал этот момент. Очень странно получилось, в общем-то. Ладно, я не буду этих нанимать. Смысла нету, похоже. Оп-оп-оп-оп-оп. Сбил. Молодец. Сбил немножко. С этим чуть-чуть. Столбец. 70 метров. Мы в нужном месте. Вот-вот-вот уже. Так, здесь телегой засаду не сделаешь, конечно же. Ладно, зато несколько телег можно поставить. У нас есть важное дело. Даша. Быстро за мной. За мной. Есть задание. Быстро за мной. Так, тут есть еще кто-то. Все, бегом за мной. Устройте засаду. Давай, 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 давай. Может быть, надо еще нанять. Мне нужна твоя помощь. Конечно. Бегом. Десять секунд. Поезд где-то рядом. Письма должны быть в поезде. Поезд едет. Ясно. Я понял. Понятно. Поезд едет. Ясно, понятно. Он остановится? Он действительно остановился. Наглые какие-то и странные очень. Я в беде. Ассасины где-то рядом. Ну и кто это сделал? Кто это сделал, действительно? Эй! Девчонка из Грачкая! Поймаю! А чё, мои грачи по... А, нет, вот он, один из них. Но только один. Восемнадцать ножей осталось. Надо бы на самом деле пообыскивать, ребят. Ладно, найдите письма.
Обыскивать не будем, да, тогда? Да, вон они, письма я нашел. Генри был прав. Покажу ему письма. Отлично. Отличная новость. Все, хорошо. Игроки особо не нужны. Украдите письма. Я украл. Покинуть область. Обязательно это сделаю. Сначала в магазин схожу, потому что мне нужны кинжалы. Нужны кинжалы. Магазин. Ну-ка, восполнить все. Абсолютно. Да, и пули немножко восполнил тоже. Там еще что-то. Спасибо тебе, дружище. Все. Отлично сработали. Но, правда, я не видел, что там делали грачи, сколько из них погибло. Трое, видать, погибло, один остался. Потому что других я не заметил под конец. Но мы справились. Это главное. Целый поезд, наполненный, набитый просто головорезами 10 уровня. Кстати, рекомендую это DLC проходить на 3 уровне, да, получается? А он головорезы здесь против тебя 10 уровня. Представляете, как больно было бы против них драться на 3 уровне? Есть разница между пацифизмом и бездействием. Сколько раз можно повторять? Вы двое пришли как раз вовремя. Мы не помешали? Прошу, взгляните, ваше высочество. Эти письма. Они от меня. Печати сломаны. Мы нашли их в таком виде. Это письмо, которое я написал матери, когда был мальчиком. Где вы нашли эту переписку? В почтовой карете. Тамплиеры умеют задеть за живое. Я думал, что положил этому конец. Но Остинская компания продолжает воровать мою собственность. Вы были правы, и все это дурно пахнет. Нам надо действовать, но без вас мы не справимся. Может и так. Но мне нужно время подумать. А пока не поднимайте шума. Ее величество не должно узнать об этом. Медведь на фоне был таким мощеным парнем, да, ребят? Итак, завербуйте грачей на улице 2 из 3. Да, это бред. Я выполнил задание, и меня это бесит немножко. Ну ладно, неважно, главное... Главное, что мы все закончили. Ну что ж, на этом серию тогда закончим. И в следующей уже мы будем... Сейчас покажу вам, где... Давай, где... А вот она, S. Она совсем рядом, у спина не дали псинка. Зачем я всю карту осмотрел, я не знаю. В общем, совсем рядом будем. Увидимся в следующей серии. Помните, сейчас все хорошо, а дальше, ребята, круче.